Добрый вечер, я Михаил Леницев, и это моя интернет-подборка новостей за сегодня. Погоню, как в фильме, устроили полицейские на Пашином. Они догоняли 20-летнего водителя иномарки, который наехал на пешехода, а потом попытался сбежать. Его догнали, вытащили из машины и оформили кучу штрафов, плюс арест на 12 суток. Попыталась сбежать от приставов и жительница края. Женщина заболела заразным туберкулезом, но отказывалась от лечения. Прокуроры потребовали принудительной госпитализации, и суд ее разрешил. Женщина не согласилась с этим и пряталась, пока приставы не заставили ее ехать в больницу. Стаи песцов захватили дудинку на севере края. Вот десяток диких зверьков копошится в мусоре и не обращает внимания на людей. Корма в тундре мало, поэтому хищники и подались в город, считают местные. Больше 25 тысяч литров нелегального спирта нашли полицейские под Канском. Они проверили загородную базу, на которой нашли 3500 канистр. Стоимость партии, по оценкам силовиков, больше 1 000 000 рублей. Владельцев, поставщиков и пути сбыта пока не нашли, но уголовное дело уже заведено. Им грозит до 5 лет. Со счетом 3-1 хоккеисты красноярского «Сокола» победили пекинский клуб «Арджи». Так команда начала выездную серию игр в Китае. Завтра «Сокол» играет с клубом КРС БСУ, а в субботу с клубом «Цэнгтоу».